Здравствуйте, вы на канале магазина Самокат. В этом видео я расскажу вам о новых комплектах от нашего любимого, обожаемого Мавина. Три новых крутых модели: Маньяк, Слейв и Кракен. По классике, габариты, особенности и для кого они подойдут после заставки. Как всегда, пойдем от более простого к более крутому. Мавина Маньяк. Высота и ширина руля 58 на 54 см. Классические ребра жесткости и грипсы длиной 17 см. Длина и ширина доски 50 на 11,5 см. По технической характеристике. 110 металлические колеса, IFI-компрессия и неинтегрированные рулевые подшипники. У вилки и зажима появился новый дизайн. Согласитесь, это как минимум симпатично. Сам самокат – это улучшенная версия старого доброго Мавина X-Core. И колеса. В бюджетных комплектах таких колес практически не бывает, их особо и не делают, ну, по крайней мере, я таких не встречал. Самокат для самых стилевых на районе. Самокат, который хотели все начинающие уличные панки. Мавина Слейв. Руль. Высота и ширина 64 на 56 см. Т-образные с ребрами жесткости, но они в принципе сделаны не так убого, как во многих других комплитах. Доска, длина и ширина 52 на 12,5 см, 5 дюймов и квадратные дропауты. Ну, что еще вам нужно для счастья? Колеса также идут с духовыми спицами, 110 металлические колеса, IFI-компрессия и интегрированные рулевые подшипники. На самом деле этот самокат можно рассматривать даже как перебивку между солидными комплитами или даже жирными кастомами. Отличный вариант за 150 бачинских. Но, если каким-то образом в Слейве что-то не так, ну, если вдруг, есть Мавина Кракен. Мы уже начали его нежно называть Крекер. Габариты руля: высота 64 см, ширина 57 см. Также идет Т-образный руль. Габариты доски: длина и ширина 52 см на 12,5 см. Все так же IFI-компрессия, интегрированные подшипники. Но тут уже идут 120 колеса фулл-коры. Все для диких скоростей и хорошего банника. На дне доски красуется очень красивый кракен. Он хоть и сотрется через пару месяцев, но согласитесь, очень приятно. Теперь, для какого роста подходит тот или иной самокат? Маяк идет на рост от 140 до 165 см. Слейв и Крекер идет на рост от 150 до 175 см. Если маяк это универсальный самокат, то есть как стрит, так и в парк, то Слейв и Кракен идет чистой воды стрит. Квадратные дропауты, Т-образный высокий и широкий руль, хороший блант, длинная и широкая доска, абсолютно все, что нужно для гриндов и балансов. Как я и говорил, у Мавина будет нечто интересное. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Пишите комментарии, как вам новая линейка от Мавина. Подписывайтесь на наши соцсети в Инстаграме и Фейсбуке. Кайфуйте от катания. Всем пока!